Немало героических страниц вписали в книгу истории войны российской армии. Их ратные подвиги стоят на высоком нравственном пьедестале, служат примером для подрастающего поколения. Солдаты и офицеры добивались победы над неприятелем нередко ценой своей жизни. И за это им наша благодарная память. В любое время, когда идет борьба за честь и независимость нашей Родины, немалый вклад в достижение победы вносят именно военные разведчики. Они – глаза и уши армии. Они всегда там, где трудно, там, где нужна самая свежая информация. В день военного разведчика в Славянске на Кубани, на улице Запорожской, рядом с бюстом генерала армии, героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова, состоялось открытие памятника военному разведчику. Честь им и хвала. Ребята молодцы, постарались. Дай Бог им здоровья. Увековечили работу военного разведчика. Служба, конечно, в разведывательных подразделениях она очень сложная. Это глаза и уши командира. И от того, как она эффективно сработает, зависит, какое решение примет командир. Соответственно, это решение повлияет потом на выполнение боевой задачи. Исполняющий обязанности главы Славянска на Кубани Александр Коновалов сердечно приветствовал всех собравшихся и отметил, что военные разведчики всегда на защите интересов отчизны. Мне довелось в советское время служить в артиллерийской разведке. Это те, кто на передовой, не за передовой, на передовой. Без данных, которые мы должны передать артиллерии, она слепая. Ну и самое, конечно, сложная, тяжелая, ответственная и опасная – это глубинная разведка, это разведка особо десантных войск, которых забрасывают в тыл врага для выполнения тех или иных задач. Поэтому сегодня давайте отметим праздник военного разведчика. Открытие памятника военному разведчику собрало тех, для кого память о подвиге не пустой для сердца звук. Мы сегодня открываем этот памятник военной разведки. Он посвящен всем разведчикам всех поколений и всех родов войск, потому что в каждом роде войск есть своя разведка. Поэтому этот памятник мы посвящаем всем ребятам, которые выполняли и выполняют сейчас боевые задачи. Хочется пожелать всем здоровья, возвращения домой. Почетное право открыть памятник было предоставлено заместителю председателя Славянской районной организации ветеранов ВДВ Сергею Бурбыке и председателю Новороссийской общественной организации ветеранов 7-й ВДД «Семерка» Евгению Ханину. Без разведки никуда. Разведчики всегда впереди, на острие и выполняют основные задачи. Разведка точно доложила, значит, успех будет при ведении боевых действий. Ну, ваши в городе Славянске на Кубани есть ветераны нашей 7-й дивизии, которые постоянно работают, помогают. И вот мы находимся в сквере имени Маргелова, где поставили еще один памятник разведчикам. Это символично. Поэтому ребята работают и показывают свою работу. Это, по-моему, одно из лучших и красивейших мест города Славянска на Кубани. За сохранение исторической памяти и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи благодарственными письмами администрации Славянского городского поселения были отмечены наиболее отличившиеся. 5 участников мероприятия награждены памятными медалями. Затем к открытому памятнику состоялось возложение цветов. Все, что делается в нашем муниципалитете по военно-патриотическому воспитанию молодежи, находит свой отклик в юных сердцах. Особенно часто у этого комплекса отдают дань памяти героям, учащиеся 5-й средней школы имени генерала Василия Маргелова. И нам, как никому, очень радостно сегодня, что действительно вот этот военно-патриотический уголок, комплекс, он сегодня завершен открытием вот этого замечательного памятника военным разведчикам. Это как бы в дополнение к Василию Филипповичу Маргелову. Мы приходим сюда во все праздники, мы приносим сюда цветы, потому что сейчас вот воспитание молодежи должно строиться именно на этом. Нужно показывать нашей молодежи все подвиги наших тех предков, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, даже пластунов, которые были на Кубани, и вот сегодняшних наших молодых ребят-разведчиков. Мы гордимся ими.
Патриотом нельзя стать по приказу. Любовь к отчизне воспитывается с юных лет. И очень важно, когда это высокое чувство передается из поколения в поколение и живет в реальных делах. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».